Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем проходить в Немакадику охоту. Как вы видите, мы собрали сет ушкового грифона. Ну, если честно, он так себе. Мне больше, наверное, нравится сет медведя и кота. Буду их собирать. Сука, сам не знаешь. Но на кота у меня, по-моему, уровень недостаточный, чтобы искать. А на медведя это все на скеллиге. Но туда еще нам рано, поэтому пока что в грифоне поброжу. Не надо ли тебе чего? Что ж, продолжим пока по легким таким ответвлениям квестовым идти. Сюжет отложим на потом. И сейчас мы пойдем преподавать, как говорится, как фехтование. Если там прекратите этот местный балаган. Может, мы из моего, как говорится, как сказать, манеры комментировать, сделать фишку, она, конечно, ну, то есть я, конечно, ужасно комментирую, и поэтому, наверное, у меня так мало людей смотрят мое видео, но можно из этого сделать фишку, потому что если я буду совсем молчать, то, не знаю, ну, мне лично никогда не было интересно смотреть, как кто-то играет из... То есть, конечно, он попутно что-то интересное не треплет. А так было скучно и неинтересно. Поэтому не знаю. Записывать без комментариев в прохождении, так я сомневаюсь, что много народу будет желающих смотреть все видео. Ну, хотя и с комментариями тоже не сильно много моего прохождения смотрит народ, так что не знаю. Скажите мне, стоит, не стоит? Вами не его, вход в канализацию, интересно. Ладно. Ну, а сейчас у нас уроки фехтования 2. Приветствую! Вы по какому делу? Ну, как по какому? Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Это да. Так, это в обратную сторону. Чё-то FPS упал, блин. Хотя, когда я в городе, он всегда так падает. Вот бы в этом году выиграть. Что не хотела за Нильфгардцы. Она хорошую видяху, блин, денег нет совсем. Обидно. Где этот, блин, мост находится? Далеко еще до него, наверное, интересно переть до моста этого. А, давайте ускоримся. Хочешь еще кричить? Я просто бегу. Чего вы так все перепугались, когда ты с мечом на всех кидаюсь? Или монстр какой-то бьет? Не знаю, это нервно. Ну. Какого? Пощади! Давай! Так, что это за... Бандюги совсем распоясались. Куда? Старый хрыч. Сама ты старая. О, ладно, мы тут отвлеклись. Где эта розочка? Где она там ошивается? Люди, пожалеете. Ох, какие-то меня
школьными путями, блин, это грёбаный GPS ведет. На какой нам мост попёр? Это красавица, блин. Надо вам на нашу плоту садиться, ей-богу. Так полсерии буду бежать к этой напыщенной дамочке. А вы так корректнее выразить. Эй, Геральт! Сюда! А вот ты где. Ты всегда гуляешь с полком Нильфгаардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Ну, да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш! Раз-два, раз-два! Ох, блин, тормозит-то как диалоги. И не тормозили же. Наконец-то. Что изменилось-то? Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Не знаю, почему так, блин, FPS падает. Вроде ж я добился хотя 25 FPS в настройках более-менее нормальных, и все было нормально. А сейчас что-то опять тормозит. Хотя не, вот из города как удаляемся, повышается. Хотя в касценах снова падает. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных. Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Ой, барышня, не знаю, на что ты подписан. Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт, защищайся. А ты быстрый! Зараза! Вот эту цель взял. Да. Единственное, что ты серьезно ранил мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага, разговоры скучные, еда гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться, выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается.
Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. Ох, уж эти женщины. Знатные барышни, которые, блин, от скуки помирают и потом влипают в всякие неприятности этих налево. Скучающие, блин. Мы с приятелем можем посесть, шуточку какую рассказать. Вот какие-то алкаши пристали. Секунду. Так, пристали какие-то утырки. Далеко ж ты забралась от Нильфгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре, у нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Да что ж такие за тормоза? Я ж совсем все на ними минимум включил. Видел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, барышня. Простите, великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. Я не обязан ей комплиманты отвешивать. Ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Привыклась, что я везде все в жопу лижут. И кланяются, и цацки раскидывают перед ними. И ворху. А вот понадавали по заднице. И она как разобиделась, засфуфарилась. Ох, и же эти вельможи, вечно с ними проблемы. Ну давай, давайте приступим к следующему. Что я хотел в этой серии сделать. А это у нас... Это... Вот, да. Что ж, придется выполнять эти уроки с... Точнее, задания. С бандюком этим. Там выискивать. Ясно. Так. Ну, давайте. Ух ты. Так. И переносимся к ближайшему.
Ох, недавно посмотрел прохождение того момента с, на тихом холме и с хозяевами леса. А вот и настоящий. Хозяевами леса. И, в общем, я до сих пор удивляюсь, как я мог так протупить и не убить ту тварь. Как я мог повеситись. Я сам поражаюсь. Какой черт меня дернул защищать ее и вообще освобождать эту тварь в корнях. Ну давай, черт с ним, что сделано, то сделано. А вот и банда краснолюдов во главе со своим иракезом. Ненавижу бледей. Как ты брал? Ты от страха такой бледный. Итак, погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, и есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Что? Нет! Нет! Я ничего не знаю! Ты поможешь мне найти ублюдка младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам, но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрою ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые, так что за этим ты уж сам присмотри. Ну не знаю, помочь, не помочь. Блин, возможно, даже я зря пришел к нему. Нужно было самому этого бандюка поискать. Ну да ладно, я уже пришел. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его. Да, в касценах особенно сильно тормозит. Не знаю, я вроде все сделал, чтобы все нормально работало. Оно почему-то... Или чего? Так подглючило. За донос наказываю. Так... Ну ладно. Так, давайте на карту посмотрим, может лучше проще на коне. Вот, когда на карту смотришь, 30 FPS, все замечательно. Ладно, лучше на конечку. Плотва. Иди сюда, моя красавица. Иди сюда, моя умница. Давай, покатаемся по городу. Вы видите то же, что и я? Ты на нелюдя похож. Ищи к своим костинами.
Шевелись, плотва. Тоже хочешь подзаработать? Баба моя и не поверит. Так, а тут уже на лошади. Или спустимся? Спустимся, чего ж не спустимся. Ладно, можно уже слезать. Точка. Мы готовы. Трудно тебе тут будет работать. Мы начнем. Тут пора научить умнитка, кто здесь главный. Все дороги ведут. Готовы? Известно. Входим по твоему знаку. Ну, входим. Ну, идем. Кто лишил девственности Белоснежки? Горняки Краснолюды! Разве что башкой засунуть себя судишь. Так. Умри, козел! Не стой! Твою мать! Мамочки! Готов. Осмотреться. Он его убил! Готово. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Уже кого-то режет. Слева заходи! Слева! Можно драться с таким количеством КС. Вообще кошмар какой-то. В шахте ведь как на войне. То тут что-нибудь ёбнет, то там пизданет. Ах, эти краснолюдские разговоры. Так, что у нас здесь? Хо-хо! Геральт Ривийский! Так, это мы возьмем. Так, что у нас? Теперь пойдем наверх. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Ну то мы вроде с вами все уже обыскали, всех. В потемках видишь, силой тоже не обижен. Горняки сгодится. Разве что башкой за свод цепляться будешь. Возможно. Так, что у нас здесь? Ах ты, собачий потрох! Заходи сзади! Ну-ка вместе! Бей, ублюдка! Да, драться с таким ФПСом. Бей, убивай! Так, готов. Иди, иди сюда. Готово. Вот это письмецо. Так,
письмецо, это понятно. Что у нас здесь? Меч. Шкурки, серебро. Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Какого-то парня пытали. Так. Что в сундучке? Возьмем. Ты живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? А ты кто вообще? Как тебя зовут? Рико. Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Ясно. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Так, это дверь. Так, но мне войти нельзя. Так, эти ребята спят. Бледноват ты, брат. В потемках видишь, силой тоже не обижен. Так. Горняки псканятся. Разве что башкой за свод цепляться будешь. С этим надо говорить. Все дороги ведут в Махакам. Ясно, тут уже нам больше делать нечего, похоже. Ну тогда пойдем. Следующие точки. Может, тормозит, блин. Возможно, вот эту серию запишу и потом буду мучиться искать, в чем проблема. Так. Следующее место. Давайте сюда. Вот два. Застряла. Ну ладно, давайте тогда уж пешком. Это что такое? Округлый его гоните. Понеслась. Какой там понеслась? Ну и чем, ребятки? Так. Слышали? На дом тесака налет устроили. Убили? Куда? Так, ребята. На... Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь. Мне надо на арену. Заходи. Кто тут главный? Игорь. Его еще Крюком называют.
Сука! Что это было? Момент истины. Ну, пойдемте. По коридору до конца и налево. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Давай, твоя очередь. Какой красавец. Подземный город. А проигравшим платят что? Проигравших свозят на кладбище. А? Кто сеет гречку спросом? Чего хотите? Голый босый. Так. Что у нас здесь? Века не видел. Сколько здесь бандитов-то? Уговор помнишь? Я подложил ему проржавевший меч. Ты главное протяни минуту. А какие разговорчики. Так. От шторма еще уйти можно. От пиратов со скеллиги. Так. Евки, прячься. Ведьмак идет. Так, тебе дорожки вели. Вот тебе. Так, карты нет. Ну, наверное, к нему. Уговаривались на больше. Стражников берегись. На них уже разбойник. Так. Ну, поболтаем. Мне нужна работа. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. Опыт-то есть у тебя? Я достаточно в жизни сражался. И не носил бы меча, если бы не умел им пользоваться. Ты убивал людей? Случалось. Почему ты не говоришь, что ты ведьмак? Я же вижу. Я не ищу заказов на чудовищ. Мне нужна обычная работа. По крайней мере, на какое-то время. Ха. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Угу. Будешь драться на арене. Если продержишься 3 боя, возьму тебя на работу. Блин, а с таким FPS-ом я буду драться на арене, да, будешь шутить. Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Я готов. Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противников. Начнем. Готовьте кошельки! Начинаем принимать ставки! Ну, давайте. Из восточных земель, где жизнь человечья дешевле стакана воды, прибыл на бой ведьмак, мутант-убийца! Держитесь вместе! Его противник Густав Крёне, который ножом проложил себе путь из чрева матери. Убей! 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 Бой будет не на жизнь, а на смерть! Победил ведьмак! Ну? Следующий сказал заведующий. Против друга выйдут ведьмак и... Волосатые братья прямо с диких островов в Стеллиге! Плечом к плечу! Их отцов,
рождены, чтобы убивать! Это демон какой-то! Так, готов один братец? Сдавайся, а то кончишь, как твой брат. Никогда. Иди, иди сюда. Так, я теперь уже с монстром. Он сойдется с чудовищами. Ну вот. И кто это будет? Так. Виверна. Так, где наша зелье против драконитов? Зелье против драконитов есть. Борис, вашу маму. Борис! Борис! Специально для вас! Впервые после долгого перерыва! Выпускай Бориса! Что за Борис? Кто такой? Твою маму. Ведмежонок. Тормозят. Вот.
Борис. Ну, может, хватит уже. Еще одна победа Ведьмака! Все. Красиво ты их уделал. А вот и младший ублюдок. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Спасибо. Ублюдок младший всегда ценит доброе ремесло. Хватит уже этой возни. Сейчас. Краснолюды Тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. Убейте уже этого ведьмака. Вот же гадство, а? Скотина. Слыхали? Убейте его! Вот гаста. Чего у меня Игни стоит? Ну... Держите подарок. Сдохнет уже тварь. Когда обыскать эту нору? Ключики. Вот так вот. Возможно, и не нужно было вступать в сговор, блин, с этим тесаком. А так вон, похоже, этот утырок уйдет от нас. Так, ну сначала мы дотнем часок. Блин, почему у меня FPS так упал? Я просто без понятия. Пол исцарапан, как будто открывали дверь. За этой стеной должно что-то быть. Да я понимаю, что должно что-то быть. А где рычажок? А вот рычажок. Любопытно. Так. Это и все, что здесь было? Так. А тут что-то квеста. Таинственная письма.
письмо. Так, давайте письмо таинственное прочитаем. Понятненько. Это и все, что в тайнике. Бедновато как-то. Ну пойдемте отсюда. Блин, FPS совсем упало. Ну вот какого... Нет, ПС, я бы еще куда-то пошел посмотрел, что там, где там, как там. Ну, блин. Так. Тут до сих пор тесак со своими людьми орудуют. Возьмем. Нечего добру пропадать. Писец. Ну до чего ж упал FPS? Никак вы, блядь, не научитесь. Так. Ведьмак. Так. Да, я... Тут у нас что? Заберем. Письмецо какое-то интересное. Ну, это мы должны сначала были это письмецо найти. А потом уже этот тайник. Но получилось наоборот, мы сначала нашли тайник, а теперь вот письмецо. Так, ну ладно. Блин, если мне эти тормоза, я бы тут все как детальнее подлазил, а так придется идти исключительно. Тупик. Не, ну это какой-то капец. Всегда же было где-то в районе 25 FPS. А сейчас какая-то фигня, а не FPS. Ну, выходим с этой арены. Торопимся. Хотя я сейчас прервусь на секунду и потом продолжу.
паузу продолжим. Так, с FPS-ом решить проблему так и не получилось. Поэтому будем как-то так до конца серии обходиться, а потом я буду извращаться. Чародеям относится все. Дождь, жара. Чешо сразу чародей. Прыщ на заднице выскочил, чародеи. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Так. Это куда нас привело? К тесаку. Она мне к тесаку. Тесаку. Да, похоже, к тесаку все-таки. Так. Люблю дождь. Марио по домам сидит. Так. Ну куда это нам нужно было? В это заведение, что ли? Так, тут закрыто. Что? Ведьмак. Так, сюда нам. Люблю дождь. Парьё по домам сидит. Наверное, сюда. Так. Так. Закрыто. Нужно дождаться. Давайте помедитируем до утра. Все равно закрыто. Так куда мне, блин? Ну вот, пожалуйста, еще один страшила. Фу. Так, ну ладно, последуем за навигатором, который завел куда-то не туда. А вот теперь туда. Одни воры, девки, убийцы. Зернышко по зернышку, полное наберется. А вот опять куча народу. Это Дикстра. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. Окейушки, встретимся со старым другом. О, барышни. 18+. Так. Эй, ты, видел тут где-нибудь тёлочек? Ну что ж, встречу со старым другом мы отложим уже на следующую серию, поскольку в этой и так уже нагулялись, навоевались, насражались.
повидались с ублюдком-младшим, который ни с того ни с сего сначала комплименты нам отваливал, а теперь вот потом порешить решил ни с того ни с сего, с чего он взял, что мы вообще с теми краснолюдами связаны были. Ну да ладно. В общем, разберемся с этим утырком в следующей серии. Ну а пока что спасибо, что смотрели. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Свинтовид. Всего хорошего. Пока.